картинной галерее «Парабола» открылась персональная выставка ивановского художника Владимира Горшкова. Вернисаж приурочен к 80-летию областного отделения Союза художников России. Автор очень старательно готовился к открытию экспозиции, но заболел накануне и не смог попасть на торжественную церемонию. Ценителям искусства Владимир Горшков известен как график и афортист. Однако эта выставка живописная. Вниманию посетителей представлены реалистические работы, классические пейзажи, натюрморты и, конечно же, портреты жителей областного центра. Человек истинный ивановец, родился в нашем городе в 1945 году, учился в нашем художественном училище, закончил Московское училище Сурикова. И всю жизнь он был практически при художественном фонде, и с 80-го года он член Союза художников, и, соответственно, самый активный был участник правления Ивановского отделения Союза художников.